Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой в воскресный денек отправляемся на так называемое Home and Garden Show. Свет, что это вот? Что за мероприятие, скажи? Это выставка фактически. Выставка. Действующая выставка, куда бизнесы, которые хотят промотать каким-то образом, по-русски промотать. Продвигать свои товары. Услуги, товары. Они приходят, и все это связано с обустройством дома и со строительством. Дома, усадка, участка приусадебного. Да, да. На самом деле... Да, я иду туда посмотреть всякие новинки, потому что те, которые новенькие, бизнес, они, как правило, туда идут, чтобы показать себя. Что-то, да. Могут быть какие-то интересные какие-то вещички, про которые полезно просто знать, что они есть. Очень многие люди, которые либо уже что-то строят, либо планируют что-то строить в ближайшее время, либо просто любопытные, так на будущее, с перспективой, они ходят туда посмотреть, какие нынче тенденции, что предлагается. И кроме того, те, кто свои экспозиции там имеют, это в основном контракторы, которые предлагают не просто вот смотрите, что мы можем вам предложить, но мы это сами еще и сделаем. Да. То есть есть компании, которые просто технологии представляют, такое тоже и бывает. Но в основном это все-таки контракторы, они платят за участие, они платят за место на этом шоу. Да, но надо сказать, что я еду туда именно за идеями, потому что там все недешево. То есть вот те люди, которые платят за участие в этих шоу, они, да, естественно, хотят получить какой-то сверхприбыль с этого дела. Дополнительно. Не зря они тратят целый день, и денег это стоит, и все такое. Поэтому идеи, да, а потом уже можно посмотреть вокруг. Это не место, где ты найдешь дешевого контрактора, это правда. Да, это тоже. Но, во всяком случае, там... Они не просто поговорить, хотя и поговорить тоже иногда очень важно, чтобы понять что-то, но там просто действующие образцы стоят, образцы там покрытий всевозможных и так далее, там прям можно руками потрогать, и ты видишь в одном месте сразу всех. То есть, допустим, ты хочешь сделать там что-то для крыши, и есть там 4 разных школы, как бы 4 разных решения, и ты можешь поговорить с одним, с другим, третьим и прийти к тому решению, которое тебя интересует, и ты можешь с ними в разговоре обсудить, а чем это лучше, а чем то. Ну да, это на уровне идеи самообразования, это неплохая штука. Неплохая, да. Ну и мы, когда приедем, а находится это в городе Сан-Хосе, в таком месте, где все время разные шоу. Это не то, что вот они там только этим занимаются, но шоу идет 3 дня. Значит, пятница, суббота и воскресенье. Вот сегодня воскресенье, сегодня последний день. Они уже, да, скоро будут разъезжаться. Ну, они до 6 часов работают, а сейчас где-то у нас полдень. Да. Они, кстати, в полдень открываются. Сегодня они в полдень только открываются. Да. Потому что народу будет мало. Вот, ну, не знаю, потому что в пятницу и в субботу они с 10 утра. Ну, да. Но в пятницу, да, я думаю, что в основном это рассчитано на контракторов, которые себе ищут сабов там или что-то такое. Сабконтракторы, да. А в субботу и воскресенье это уже для просто обычных граждан, которые ходят, там уши развешивают и слушают все, что там им навешивают на эти уши. Надо сказать, что на этих мероприятиях часто бывают очень интересные люди, ну, в экспозиции участвуют, которые вообще к строительству отношения не имеют. Там могут кровати, матрасы какие-нибудь. Я помню, однажды мы наткнулись на очень интересную вайнери. Чудесными винами торгуют. И импортными, немецкими, австрийскими, швейцарскими. Изумительное было место. Так вот мы там и попробовали, и потом даже прикупали у них периодически. То есть там могут быть какие-то новинки. Спинки для кресел, например, такие для комфорта и так далее. То есть такие бывают неожиданные встречи. Массажеры. Ну, в общем, массажеры, да. Все, что для дома, для семьи, не обязательно связано со строительством. Для дома, для семьи, для кухни. Так что, друзья, вот мы пока в дороге. И камера направлена на нас, потому что солнышко нам в глаза более-менее тут бьет. Вот. А дальше мы уже с вами встретимся на непосредственном мероприятии. Счастливо!